Здравствуйте, представляем котел на 160 литров с пультом управления. Значит, котел 18 киловатт, пульт управления, это терморегулятор для задачи температуры, варена трубочка в котле. Отключаем сетевую кнопку, идет нагрев 18 киловатт, потом переключается параллель давления, переключается на минимальный, сюда заливаем воду, пока не пойдет. Воронку заливаем воду, пока не пойдет с нижнего краника вода. И контролируем, пока пойдет устойчивая струя пара. Закрываем, это аварийный клапан сбросной. Это манометр для контроля визуального. Включаем сетевую кнопку, когда идет из одного параметра, загорится желтая лампочка и котел в инерции переключится. Таймер через 5 секунд переключит, отключит схему котла. И сработает сигнализация. Все, котел готов к работе.